11 ноября текущего года в столицу Чувашии были перенесены 3 остановки общественного транспорта. Это улица Ленинского комсомола и гостиница «Россия». Кроме того, в городе теперь открыта новая остановка «Мегамолл» напротив крупного торгового центра. Сделано это было в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Новое расположение позволит увеличить пропускную способность остановочных пунктов, а также обеспечить необходимую безопасность пешеходов. Сами остановочные карманы более расширены. Установлены новые остановочные павильоны. Они расположены в таких местах, чтобы людям было удобно переходить дорогу ближе непосредственно к пешеходным переходам. Я думаю, горожане по достоинству оценят новые преобразования в городе. Конечно, горожанам пока нужно привыкнуть к новому расположению остановочных пунктов, поэтому перенести их было решено в выходной день. Таким образом, учитывались все пожелания и предложения, чтобы сделать город еще более удобным и комфортным. Елена Яковлева, Степан Гурьянов, «Жизнь столицы».